Новогодняя сказка становится ближе. Администрация города определила для предпринимателей места, где они смогут продавать елки в канун Нового года. Палатки для продажи живых елок можно будет разместить у большинства торговых центров города, например, Шупашкар, Чебоксарец, Москва, Олимп, Семь холмов и других, а также в районе нескольких остановок общественного транспорта: Мотозалка, Чернышевского, Ахазова, Студгородок, Клиника Северная, Дом ветеранов, ДК «Салют». Сроки продажи с 15 по 31 декабря. Заявки на конкурс на право размещения торговых палаток принимаются с 17 ноября. Также на аукцион выставили лесные насаждения, где предприниматели смогут на законных основаниях заготовить ели и сосны для продажи. Скоро приедет дядя Федор. Точка. Срочно бери мои валенки и иди в лес за елкой. 14 слов и доставка. С вас 50 копеек. Для тех, кто как кот Матроскин решит самовольно заготовить елку в лесу, штраф составит от 2500 рублей в зависимости от причиненного ущерба.